Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский, гуру раскрытия гениев. А в сегодняшнем подкасте я приветствую вас из красивенного места под Львовом. Называется оно Эдем Резорт. А что мы здесь делаем? Мы, как Академия настоящего успеха Николая Танского, получили сегодня награду за национального бизнес-рейтинга Украины за лидерство в своей отрасли. Представляете? Но сейчас не о награде, не о лидерстве. Сейчас я хочу поговорить о образе мышления предпринимателей и бизнесменов. Когда мы ехали сюда, по дороге я решал некоторые вопросы, и очень скоро на обложке одного из журналов в Украине будет моя фотография и моя статья. Я лицо того номера журнала буду. И один из редакторов, общаясь со мной, спрашивает: сейчас вот выходные дни, сейчас вот можно ли вам как-то писать, звонить? На что я говорю: конечно же, можно. Пишите и звоните, несмотря на то, что завтра вообще День независимости Украины, я все равно на связи. Попрощались и думаю, вот интересное ведь мышление, правда? Есть вещи, которые я готов решать хоть круглосуточно, хоть ночью мне звоните, на выходной день, неважно, часовые пояса не имеют значения. Так обычно работают бизнесмены. Почему? Потому что бизнесмены, успешные бизнесмены, естественно, очень хорошо чувствуют, что я делаю сегодня, то, что окажет наибольшее влияние на мое завтра. И бизнесмены, они по определению, в моем, по крайней мере, понимании и по моим наблюдениям, они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных. Как минимум, мозговой процесс, мыслительный процесс у них запущен постоянно. И если на выходных нужно что-то сделать, от чего зависит их судьба, ну, а обложка, а лицо на обложке журнала, это, по крайней мере, из того, что я знаю, это очень серьезная заявка, и это важно. Я помню, когда в 2005 году или 2004 году я начинал свой бизнес, инженерную компанию Intel.dom, у меня тогда был один бизнес-партнер. Через несколько недель мы от него вынуждены были избавиться, потому что он говорил: Коля, Дима, не беспокойте меня на выходных, и после 6 тоже мне не звоните. После 6 и на выходных я занят своей семьей и маленьким сыном. И я тогда не мог понять, только сегодня до меня дошло, почему это вообще никак не может соотнестись, извиняюсь, с успешным бизнесом. Потому что предприниматель, особенно тем более, который начинает свой бизнес, у него каждый день, каждый час, каждая минута и каждая секунда – это секунда, которая влияет на всю его дальнейшую успешную жизнь. Это то, что отличает предпринимателя от человека, который ходит на работу с 9 до 6. Человек, который ходит на работу с 9 до 6, он сильно не переживает, ну так устроены мы. Он сильно не переживает по поводу того, какие действия сегодня окажут, какое воздействие на его завтра. И, кстати, когда я начинал свой собственный бизнес, мне понадобилось несколько лет, чтобы перестроить этот образ мышления. Потому что многим кажется, вот сейчас уволюсь с работы, создам свою компанию, построю бизнес. А что получается? На ровном счете первые 3 года вообще ничего не получается. Почему? Потому что образ мышления пока что еще сохранился наемного сотрудника. Для того, чтобы построить успешную компанию, успешный бизнес, нужно начать перенимать образ мышления. И один из секретов, о которых я вам сегодня говорил, это умение владельца бизнеса понимать, какое действие оказывает влияние на дальнейшую судьбу компании и его собственную. И поэтому владельцы бизнеса, они работают, по сути, круглосуточно, потому что они знают, что нужно делать сейчас, чтобы завтра был еще больший успех. Что вы по этому поводу думаете? Мне интересно знать ваше мнение. И способны ли вы, научились ли вы, точнее, отличать вещи, которые сегодня оказывают судьбоносные решения? Вещи оказывают решение. Ну, где-то так. С вами был ваш Николай Танский. И до встречи в следующем подкасте завтра. Было полезно? Лайк, перепост и подпишитесь на канал. Пока!